В центре внимания будущие первоклашки. Сегодня они заняли кресло коллег министра социального развития Ульяновской области. Повестка дня – подготовка к новому учебному году. Вот только обсудили ее не в традиционном формате совещания, а с музыкой, мультиками и сладким угощением. Пока дети наслаждались программой, взрослые подводили итоги благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В этом году ее участниками стали больше 20 тысяч маленьких жителей региона. В принципе, на список было порядка 19,5 тысяч детей, которые мы уже точно знали, что семьи находятся в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Но на сегодня 20,5 тысяч детей уже получили помощь, и мы продолжаем ее оказывать. Ранцы, школьную форму, концтовары и прочие атрибуты учебного процесса меценаты будут дарить вплоть до 1 сентября. Так поддержку получат семьи в каждом уголке области. В профильном министерстве позаботились и о школьниках из Лутугинского района. Они тоже не остались без нашего внимания, потому что с главой вот района Бондарем Евгением Николаевичем мы постоянно на связи. Вот. У них была просьба, чтобы мы одели детей хотя бы вот из одной школы. Это Энгельсская средняя школа. Однако подарков удалось собрать гораздо больше. Гуманитарный груз сформирован и для учеников соседних школ. К празднику они получат спортивную форму, ручки, тетради, а главное – теплые пожелания от ульяновских ребятишек. Они лично контролировали процесс отправки ценной посылки. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.